кола, з небес на землю йде, то кожен дім і школа, мов вулик бджіл гуде. 19 декабря в Украине отмечают День Святого Николая. В канун праздника воспитанники Покровской воскресной школы подготовили яркое выступление для своих учителей и родителей. В сценке они рассказали об этом ярком празднике и показали, как нужно вести себя для того, чтобы получить подарки от Святого Николая. А ты не впізнаєш? Пізнав, пізнав! Ви ж святий Миколай! Небо зоряним здобити. Треба, щоб кожен з вас свою зірку у цей час. На своє виступлення ребята пригласили і гостей. Председатель приходського совета Свято-Покровського храма Юрій Тернавський поздравив дітей з наступаючими праздниками. Мы с вами не должны забывать, что мы с вами православные христиане. И в канун новогодних рождественских праздников, дорогие дети, уважаемые родители, желаю вам действительно, чтобы сказки воплощались в жизнь. Все ваши пожелания, чтобы святитель Николай выполнял, воплощал жизнь. А мы, помощники святого Николая на этой земле, мы обязуемся вам все ваши желания ежедневно тоже воплощать в жизнь. Что такое есть вера? Как говорит апостол Иаков, вера без дел мертва. То есть мы должны свою веру подтверждать своими добрыми делами. Мы все знаем, что святой Николай, он всем помогал детям. И бедным, и богатым, и послушным, и непослушным. То есть это был действительно добрый человек, который стал святым. На праздник святого Николая дети традиционно получают долгожданные подарки. Не стал исключением и этот год. Ребята получили от святого Николая сладости и фрукты. В воскресной школе при Свято-Покровском храме уже 9 лет. Сегодня Божьему Слову в ней обучаются 55 юных воспитанников.